Здарова всем, и это возвращение летсплея по танкам онлайн. Я заметил, что все говно летсплея по танкам снято на камеру. Это походу культ и обряд, все должны пройти через это. Чё, начинаем? Первый говно летсплей по танкам онлайн, но нашего украинского эстонца не будет. Ребята, это летсплей по танкам. Так я понимаю, это снимает девочка. Сегодня мы играем на зимней карте. Я больше ору со звуков телевизора. Так. Я даже подобрать животного не могу под этот звук. Этот звук необычный. Меня убили. Очень эмоционально. Да, тебя убили, тебя убили. Я тебе, блядь, слово давал, сука. Котина, блядь! Иди в жопу! Этой девочке надо давать уроки по магии, как с помощью огненного танка давать в жопу. Тут прям у нас месиво какое-то. И это месиво, сейчас покажу, что такое месиво. Тут еще и петухов не считать. Ей! Пасть свою заткни! Молчать, блядь! Это напомнил кое-один случай. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкос. Может быть, я проведу стрим на эту игру. Это знать надо! Если не будет слышно, на сорте. Я буду снимать! Я буду снимать! На этом все обрывается, и ее сестра будет снимать свой говно летсплей на свой канал. Ну, увы, я его не нашел. Иди сюда, сука, блядь! Дерьмо собачье, блядь! И я перехожу к следующему летсплею. И всем привет, дорогие телезрители моего канала. Сами знаю я, ты, это классика, блядь! И мне уже страшно смотреть это дерьмо. Обзор на Майнкрафт 1.6.1. Самый новейший. Это классика, блядь! И во-первых, что же здесь добавляют? Твоего Машу. Тут был АСМР до того, как стало мейнстримом. Здесь добавляют много чего. Такие вот какие-то... А я знаю, что ты хотел сказать. Не знаю, что это. Это такие лошадки маленькие, что ли? Что это такое? Я не понимаю. Делает обзор, но сам не знает, что добавили. Гениально. Дерьмо на палочке. Ничего, блядь, не знаешь. У нас добавляется... Сейчас. Покажу, что у нас еще. Покорми собаку! Сука! Смотрите, у нас вот такие вот красивые блоки добавляются разноцветные. Сейчас пойдем радугой срать этими блоками. Блок сена. Че, у тебя сферы, да алё, отмени запись. Извиняюсь за этот, не знаю, как сказать, шум. Это вот эту вот лошадку. Давай уже что-нибудь прикольное расскажи. Ну смотрите, что мне не нравится в этой штуке. Сейчас. Призит, конечно, по-жесткому. И тут я обосрался. Звуки, ну, очень громкие, как у насилует лошадок. Фак. Я её как-то так заспорвала. Она умрёт уже. Живодёр. Сука! Но орёт дико, как будто хищник умирает. И то, что вы начинаете летать... Да? Смотрите. У него из-за лаков началось раздвоение голоса. И вот такая вот штука, с помощью которой можно... Не знаю, что это, по-моему, можно будет давать имена. Ну, хоть тут что-то рассказал. Это все, что я хотел записать. И это все, что я тут узнал, тут есть лошадки. Что один какой-то предмет дает название лошадкам. Поводок, да и все. Это и под неприятные звуки примата и долбление стены. Комментируйте. Всем спасибо. Всем. Что он не досказал, что всем? Дихаль, что ли? А я перехожу к следующему видосу. Привет. Проходи, браток, проходи. Всем привет. Проходи. Залебал. И сегодня я снимаю свой первый летсплей по Майнкрафту. Это классика, блядь. Это мобильная версия. Да ладно. Я заметил, что он говорит эхо. Зачем? Через каждые 5 лайков будет выходить новое видео. Каких 5 лайков? У тебя 0 подписчиков. У меня и то не всегда набирает по 5 лайков. Не то, что у тебя. Пожалуйста, говорите. Неудобства, если будут они возникать, я их буду исправлять. Шуршание микрофона замечено. Хотя мне похуй. И мы начинаем. Погнали. Погнали, чё?
А на паузу не мог поставить? Сука! Я скачал красивые текстурки. Мне абсолютно насрать, давай говори что-нибудь. Это Майнкрафт версия 1.5.07. Ты за дураков держишь сверху, уже написано, дебил. И сегодня я буду выживать. Да ну, это неинтересно, хочу посмотреть, как ты выживешь на 1000 рублей. И мы с вами, наверное, уже попрощаемся. Это мое первое ознакомительное видео. Надеюсь, последнее. У меня уже от тебя уши заболели, ебобу. На самом деле, все самые ебанутые летсплеи у Майнкрафта. И найти реальный трешак среди огромного количества однотипного и скучного дерьма реально сложно. Все молчат, изредка чуть-чуть там говоря. В следующем выпуске будет реально жесткий контент. Ну что, всем пока, с вами был Никита. Hit it from the back and drive you wild, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.